Новые технологии приходят в нашу жизнь и меняют ее. Мы с вами видим это каждый день. Еще 20 лет назад нельзя было представить, что с телефона можно совершать видеозвонки и иметь моментальный доступ к любой информации. А когда-то невозможным казались компьютеры, автомобили и самолеты. Прогресс быстро приходит и в промышленность. Современные предприятия активно используют цифровое моделирование, машинное обучение, дистанционно управляемую технику и автоматизированные операции, обработку больших данных. Все это позволяет работать точнее, вовремя замечать и исправлять любые отклонения, обеспечить более безопасный труд для людей, экономнее расходовать ресурсы техники, снижать себестоимость производства, понимать и прогнозировать движение рынка. Еще в 2019 году «Валроса» начали разработку программы цифровой трансформации «Цифровое производство» и за последующие два года внедрили ряд инициатив. Например, систему автоматической диспетчеризации на Нюрбинском горнообогатительном комбинате, которая в реальном времени отслеживает все, что происходит с техникой. Благодаря этой инициативе добыча руды за первый же год увеличилась на 24%, а полученный экономический эффект превысил 200 миллионов долларов. Сегодня мы начинаем следующий масштабный этап этой программы – проект «Трансформация производственного блока». Наша цель – внедрить новые технологии, способные сделать работу эффективнее и комфортнее для людей, а также наладить процессы компании таким образом, чтобы все эти технологии действительно работали. Несмотря на то, что это высокотехнологичный проект, главное в нем – это люди. IT-системы не заменяют и не заменят собой человека, как многие опасаются, а позволяют ему более качественно решать свои задачи. А успешная цифровизация зависит не только от оборудования и технологий, но и от того, как организована работа, от комплексного обучения и вовлечения персонала. Задача проекта – создать полностью цифровое производство с возможностью отслеживать каждый этап работы и состояние каждой единицы оборудования на каждом объекте, в каждом подразделении, в любой момент времени. Располагая полным набором объективных данных о производстве, можно своевременно обнаруживать и исправлять ошибки, видеть, где оборудование используется нерационально, предотвращать возможности для возникновения несчастных случаев и, главное, качественно планировать работы, учитывая все факторы от особенностей рудного тела до технического состояния машин. Работа по цифровой трансформации будет идти в двух направлениях. Первое – планирование. Сейчас оно ведется в ручном режиме, в нескольких несвязанных между собой системах, что приводит к ошибкам, просрочкам и неточностям в передаче информации, а значит, к потерям для компании и ее сотрудников. Единая система данных с каждого ГОКа, а также цифровые двойники месторождений позволят рассчитывать, моделировать и задавать необходимые работы на краткосрочные и среднесрочные периоды. Все расчеты будут происходить в высокоавтоматизированном режиме. Помимо повышения качества планирования, это существенно разгрузит наших работников, которым не нужно будет больше тратить время на заполнение отчетов и прочих документов. Второе направление – операционное управление. Здесь мы хотим расширить положительный опыт проекта диспетчеризации Нюрбинского горнообогатительного комбината и опробовать новую технику, которая делает работу людей безопаснее. За счет цифровых продуктов информация о работе каждого месторождения будет отображаться в реальном времени онлайн. На ее основе производством будут управлять диспетчеры, которые смогут оперативно следить за состоянием рабочих и техники, подключаться к решению проблем, корректировать задачи. Цифровизация – сложный, комплексный проект, который требует слаженной работы всех подразделений компании. Это не только установка программного обеспечения. Это большая работа по оснащению техники датчиками, обеспечению устойчивой связи в карьерах и рудниках, закупке нужного оборудования и его правильной сборке, налаживанию процессов на местах. Этот процесс не может быть и не будет быстрым, но постепенно он охватит все горнообогатительные комбинаты «Алроса». Переход к новым принципам, способам работы потребует новых навыков, поэтому реализация проекта будет сопровождаться масштабной программой обучения. Проект трансформации производственного блока – шанс не только для «Алроса», но и для многих ее сотрудников. Труд рабочих в перспективе станет комфортнее, как минимум за счет наличия четких наряд заданий, а также отсутствия постоянных отчетов и проверок, и безопаснее как за счет контроля за рабочим местом, так и за счет дистанционной техники.